Еще одна хорошая история сегодня. Она о том, как герои нашего проекта побывали на экскурсии в театре кукол. Увидели все закулисье, причем, должна поделиться, радовались не только дети, но и взрослые, которые вновь почувствовали себя детьми. Проект по развитию детского инклюзивного туризма реализуется благотворительным фондом «Тамбовский» совместно с Ассоциацией развития туризма Тамбовской области при грантовой поддержке правительства области. И вот история о том, что увидели наши герои за кулисами детского театра. Перчаточная куколка. Актеры не видно, видно только, как работает у нас куколка. Здесь у этой куколки, видите, даже лапки есть нижние. Тростевые, перчаточные, планшетные марионетки – куклы, которые оживают в руках актера. До этого момента маленькие участники нашего проекта видели их только как героев сказок, спектаклей театра кукол. Сегодня часть секретов закулисья раскрыта. Если бы не было тела из поролона, то была бы слишком худая кукла, был бы скелетик, скажем так, и одежда болталась бы просто на скелетике. Надеть на руку, потянуть за тонкую ниточку, и кукла начинает двигаться. У ребят тоже есть возможность попробовать себя в роли кукловода. Алена Безгина из-за болезни пока плохо работает правой рукой. Оживить котенка удается с помощью левой и папы. А вот этот вот пальчик вот сюда засунула? Ну что, котеночек, готов у нас котеночек? Готов. Ну-ка, скажи нам что-нибудь. Озвучивай, только погромче говори. Я котенок. Я котенок. Мяу-мяу-мяу. До свидания, какой у нас культурный котеночек. Ксюша Наумова свои первые шаги сделала только в 3 года, и сейчас возможность ходить – это результат постоянных занятий. Сегодня первые шаги под ее руководством сделает кукла-марионетка. Поклонилась. А мы еще раз тебе поклонимся. Вот марионеткой сложно. Я знала, что будет сложно управлять марионеткой, но решила взять. Я все-таки повзрослее и думаю, что справлюсь. Ну, я думаю, я справилась. Мне было интересно, как вообще все это происходит. То есть за сценой, когда люди не видят, то есть что-то вот это скрытое. Я всегда очень люблю все, что скрыто. Вот хочется узнать, любопытство. Я очень любопытный, очень любознательный человек. Экскурсия в театральное закулисье – вторая в проекте «Инклюзивный туризм», который благотворительный фонд «Тамбовский» реализует совместно с Ассоциацией развития туризма Тамбовской области при грантовой поддержке правительства. За время реализации проекта ребята с особенностями здоровья смогут побывать в интересных местах Тамбова и области и узнать об особенностях профессий. Это называется падуги. Падуги. Теперь что у нас еще есть? Вот эти вот металлические трубы, вот эти вот. Осветительные приборы называются прожектора. Девочка тоже маленькая, вот была, которая куколку все хотела взять. Кто его знает, сколько лет пройдет, лет 10 пройдет, может, они действительно вырастут и скажут, я хочу работать в театре. Кто его знает? Мне кажется, детки сегодня были отличные. Я ничего не заметила, чтобы меня выбило, чтобы требовало каких-то дополнительных усилий с моей стороны. Отличные детки были, такие же, как все. Волшебные, хорошие детки. С ними было очень легко.